И мы попросим Надика рассказать о своих впечатлениях. Он был на нашей площадке несколько раз, но участвовал в турнире впервые. И коллектив, который ему сегодня встретился, для него тоже новый. Натик. Для начала скажу спасибо за приглашение. Всех с праздником, с Днем России. Всех абсолютно поздравляю, кто принимал участие на турнире, а также всю аудиторию YouTube-канала. Да. В общем, мне было приятно принять участие в вашем турнире. Буду стараться появляться часто. Всем здоровья, всех благ. Еще раз с праздничком. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Фу!